Она, это идет, скажем так, 200-я серия, даже 300-я. Вот, у нее три нагревательные панели. Раз в середине и это крайняя. И здесь происходит конверсия. Она снизу засасывает. Если здесь ее отодвинуть от стены, то поток воздуха будет идти за ней, а не внутри. Сюда заходить мало будет. А за счет того, что... Она никак не может быть использована на ножках. Никак. Никак. Она изобретена. Она придумана изначально. То есть, как зарегистрировала себя, как вот именно нагревательный элемент, тот, который монтируется, он стационарный. Изначально. На него не предусматривалось применение ножек. У нас были опытные, мы просто брали два таких корпуса и делали двойную нагревательную систему. То есть ставили два мата. Туда и сюда. Оно получалось киловатт. То есть ну, две литвы были кнопочки. Одна 500 и вторая 500. То есть ее можно было ставить на ножки. Да, но мы отказались от них, потому что то есть людей производящих их очень много. А вот именно в таком такой конфигурации, в таком исполнении их единица. Все понятно.